Кто его спрашивает? Сюзан, ваша фамилия? Скажите, что это его подруга из музыкального магазина. Он поймет. Так нельзя, мне нужна фамилия. Ну, хорошо. Асшенер. Сюзан Асшенер. Алло, Нурхаят ханым. Сюзан Асшенер хочет увидеться с Керембием. Что такое? Его что, нет? Сказали, чтобы вы подождали. Я подожду, хорошо. Я не буду ждать, я ухожу. Сюзан ханым. Сюзан! Сюзан! Ты хотела убежать? Нет. Не хочешь перекусить? Нет, я не голодна. Я тут еще фрукт. Лучше не связывайтесь со мной. Не бойся, я тебя не украду. Что ты ешь? Мясо или рыбу? Ничего. Садись уже. Я очень голоден. Ахмед, поедем по окружной. Хорошо, Фенди. Послушай, у меня есть любимый человек, понятно? Прекрасно, я понял. У тебя есть парень. Хороший малый. Он к тебе хорошо относится? Расскажи мне о нем. Аллах, Аллах. Выпьем вина. Выпьем. Ты собираешься подсыпать мне в бокал снотворное? Нам белого вина. Сейчас принесу. Но холодного. На кого ты похожа? На мать или на отца? Керембей, послушайте. Что за официальное обращение? А как мне разговаривать? Ты заморочил мне голову. Послушай меня, я не знаю, чего ты от меня хочешь, но эта игра слишком затянулась. Мне сейчас очень не по себе, понимаешь? Я не знаю, что тебе надо, но перестань уже мучить меня. Хватит. Да, ты права, все затянулось. Сюзан, мы с тобой брат и сестра. Конечно, мы все братья и сестры. Может быть, в другом мире. Нет, ты не поняла, я говорю серьезно. Сюзан, мы правда брат и сестра. Семихус Шенер мой отец. Настоящий. Что?